Итак, народ, всех приветствую на нашем YouTube-канале. Везде уже много, уже где открытая вода. Решил я посидеть, разобрать свои воблеры. Видео будет состоять, наверное, из трех частей, потому что воблеров очень много. Вот. В этой части мы будем складывать в коробку глубоководные воблеры. Это от 4 метров, даже, да, 4 метров и глубже. Если у меня получится, то наиболее интересные воблеры, на которые там ловилось больше одного раза, будут вставлять либо кусочки видео, либо фотографии. Под видео ссылки на эти воблеры размещать, наверное, не смогу. Там будет файл, скачайте его. В нем будут копии всяких известных брендов, посмотреть что-то там. Если не найдете вдруг на AliExpress воблер, который вам понравился, напишите в комментариях, постараюсь найти его у себя в заказах и дать вам ссылочку. Самые глубокие воблеры, которые мне встречались на AliExpress, это вот такого типа воблер на распуске 40-45 метров. Идет он, ну, 7 метров заглубляется, 6,5-7. Опять же, при диаметре плетенки вот 1 миллиметр, но это, по-моему, 0,18, если не ошибается. Плетенка для троллинга использую такую многоцветную. Кто подписан на канал, смотрел видео, знает. Купил новую. Позже намотаем на новую катушку. Ну, обо всем по порядку. То есть у такого плана воблера самые глубокие. Из этих воблеров выстрелил хорошо вот этот. Такой бесцветный, темный, зеленый. Поймал щучку такую под трешку осенью. Далее идут вот такие воблера. Такие я покупал здесь, не знаю, что за фирма, но это мои первые воблера, которые я купил. На них неплохо ловится щука. Вот. Довольно-таки острые у них еще крючки. Вот именно вот этот воблер, помимо того, что у меня ловится, еще друга брал на рыбалку, он подряд две поймал щуки, постараюсь найти видео, вставить. Эти воблеры тоже кладем в нашу коробку, потому что реально ловят. Вот такой еще воблер. Заглубление их 4,5 метра. На них написано, в принципе, 4,5 метра. Похожий нашел в Китае. Далее идут вот такие вот воблера. Сразу скажу, на них я ничего не ловил. На один из них, на этот, была поклевка, что-то тащилась крупная. Ну, не могу утверждать, что именно рыба была, поэтому вот. Такие воблера заглубляются где-то на 5-5,5. Вот. Довольно таки хорошие бера, лопатки большие. Их я тоже буду ложить, потому что буду пробовать применять эти воблера. Также у нас есть вот Халка оригинальный, 125 Халка. Мы не будем ложить в эту коробку, потому что это не мой воблер. Ну, я купил копии таких халков. Были в Астрахани, один оторвал,
Очень неплохой воблер, ну, по крайней мере, играл он хорошо. Вот. То есть есть вот такие вот копии с разными лопатками. 3+, 4+. Реально. Заглубляются они больше. Ну, вот такие под халкой сделаны. Крючки очень острые. Хорошие. Так как на глубине особо я не ловлю. На глубине хорошо ловится осенью. Не удалось особо их испытать. Такие вот халкообразные воблеры. Так, бомбер Волон Ха, тоже не мой глубокий. Тоже его отложу пока в сторону. Вот еще. Воблер. Так. Вот такой вот интересный трофейный воблер. Если правильно прочитал, Reach Up, это мой, он достался трофейный, тоже, кстати, очень глубоко идет, но тоже пока ничего на него не ловил. Трофейный, оригинальный, я как бы ложу сюда вот отдельно. Вот тоже юзурик трофейный, был он весь в илу, в глине, отмыли. Далее, 3 вот таких вот, 4 вот таких вот воблера, разного цвета, тоже такие халкоподобные. Вот этот воблер поймал 2 судаков, за килограммчик такие, вот именно в такой натуральной расцветке. Вот. Тоже будем пробовать в этом году. Углубление у них 4,5 метра. Я уже купил вот такой интересный опыт, пока не разловлен, но качество очень хорошее. Также вот такой интересный воблер, такой интересный цветик. Такой воблер приобретался. Вот такого типа воблера. Фирмы Терлинова. Такая интересная китайская фирма. Вот. Ну, это так, по-моему, вот на этот воблер я поймал неплохого окуня. А вот на этот небольшой судачок попался. Вот. Крючки здесь в морской серии стоят. Играют они очень хорошо. Они вылетают. Кто когда покупал китайский воблер, знаете, что такое купить воблер, который вылетает при троллинге? Потому что вот такой интересный составничок. Был такой составник в натуральном цвете. Поймали мы сама. 12 килограмм почти. Вот такой воблерок. У нас составник такой китайский. Далее идут вера вот такой серии. 4-метровые они. Вот этот красный поймал щуку под трешку.
фотография была, я думаю, вставлю. Вот этот поменьше щучек много приносил. Вот. Ловлю я на реке Оке. Далее выбирал такого типа, с такими жабрами. Четыре с половиной, 4 метра тоже они идут. С тремя крючками. Тоже неплохо щуку ловят. Вот этот особенно. Был дело, что 3 поклевки прям подряд было на этот воблер. Также приобретал вот такой вот воблер интересный. Ничего пока на него не ловил, но и особо что-то у меня не плавал. Вот. Не знаю, сколько у него заглубления, где-то в районе все-таки 3,5 на 4 метров. Вот. Также вот такой вот интересный крэнк. Вот именно этот воблер дочка моя поймала на 2 килограмма щуку. 2,5. Фотку постараюсь найти, вставить. Я думаю, что-то он напоминает этот китайский воблер. Также приобретался вот такой вот воблер интересный. Лопатка большая. Ничего на него пока не ловил, не разловил его. Ну, буду пробовать. Также вот такой интересный составной воблер. Видите, да, несколько ушек сделано. По мере перецепления ушек идет заглубление. Одна щука попалась на такой воблер. Также вот такой интересный воблер. Пробовал его, ничего не, не ловил. Идет он так немножко боком. Но еще дам ему шанс выскакивать. Он не выскакивает. Попробую. Также с глубоких воблеров покупались вот такие воблера. Все, наверное, видели их на AliExpress. Вот такие интересные воблера. Вот они. Лежат они у меня в отдельной коробке. Ничто на них никогда не ловилось. Если кто-то что-то ловил вот именно эти воблера, напишите в комментариях. Я думаю, что это уже какая-то морская серия. Либо где-то на большом водоеме надо ловить. Надо их пробовать на Нижней Волге. Был пробовать таких интересных воблера. Где-то они где-то 4 метра. Копий чего не знаю. Но бывает на них неплохо ловится. И крупный окунь, и щучка. Их тоже положу в свою коллегу. Воблер. Именно этот воблер дочка мне поймала маленького саменка. И неплохой окунь такой. На полкило, наверное. Тоже мы его возьмем. Далее идет вот такой вот воблер с морскими крючками. На этот попалась одна щучка. Больше как-то тут себя не проявлял. Достаточно неплохой воблер, хорошо играет. 4 метра заглубление. Вот такой вот воблер. 3,5 метра. У нас пойдет другую коробку. Ну, тоже на него неплохо ловит соку. Так, это почти все Китай, не почти все, а все Китай, заказано на AliExpress. Вот такой вот интересный воблер тоже на AliExpress покупал, пока себя не проявил. Выгибал ему тут лопатку, потому что что-то заглубление не очень хорошее, нагревал феном, это выгибал, еще пока не пробовал. На AliExpress продают вот такие вот воблера. Что я о них могу сказать? В принципе, играют все хорошо, у них есть один минус. Когда они ударяются об дно, он переворачивается и выскакивает. Не люблю их ловить. Ну и не ловился на него ничего. Я хотел показать вот такого типа воблер. Вот на такой воблер, только другой расцветки.
Друг поймал на 4,5 щуку. Такой он стрёмненький. Щуке понравилось. Также есть у такого типа воблера. Такие вот они не очень невзрачные. Но это воблера покупались давно. Давно покупались. Ну, как бы тоже на них ловилась рыбка. Сейчас китайцы намного делать стали лучше. Качество. Плохой воблер, 4-метровый. Судака на него ловил. Вот. Тоже его положим в свою коллекцию. Также вот такой интересный воблер, подхалка, какой-то 95-й. Вот. Ничего, правда, не уловилось, но играет хорошо. Похоже на эти воблера. На эти воблера. Я заказал несколько штук. Еще глубоких. Такие вот воблера. В комплекте с двумя лопатками, как вы видите. Вот такой интересный воблер. То есть это лопатка небольшую глубину. Эта лопатка поглубже, думаю, уже с этой лопаткой 4-4,5 метра будет сгубляться. Зеленый цвет. Вот натуральный цвет. Вот. Буду их пробовать как с маленькой лопатой, так с большой. Какие интересные воблера. Так, я заказал такой интересный воблер. Тоже думаю, 4 метра он будет заглубляться. Он неплохо сделал, недорогой. Но новый, буду их. Также пришел вот такой вот интересный воблер. Приходит, недорогие воблера приходят в таких вот целлофановых пакетиках. Ну, если вам нужны коробки, покупайте в коробках. Коробки намного все дороже. Крючки острые. Такой вот расцветочки интересный. Тоже, я думаю, 4 метра он будет. На этом видео про глубокие воблера я, наверное, закончу. Поэтому давали нашу коробку. Повторяю, тут в этой коробке у нас воблер до 4 метров, ну от 4 метров заглубления, но самый большой, говорю, до 7. То есть, когда плаваю по глубине, я открываю эту коробочку и ловлю. Вот. Также сюда ложу сюда несколько поводков титановых, чтобы они тут были. Пользуюсь титановыми поводками. Ну, вот такая коробка воблеров из Китая. 99% всех воблеров у меня из Китая. Плюс вот трофейные какие есть. Глубокие воблеры я не покупаю в магазинах. Стоят они дорого. И если вы зацепили на 5 метрах воблер, достать его практически невозможно. Так что вот такие глубокие воблеры. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем во всем удачи. Всем пока. Смотрите второе видео про другие воблеры.